В правительстве региона кадровые перестановки. Свой пост покинул руководитель областного департамента спорта и туризма Николай Зотов. Версия официальная – переход Николая Зотова на новую работу. Неофициальная – скандал с застройкой Кохомской запрудки. Строительство там ведет супруга Зотова. Губернатор решил, что возглавит департамент спорта и туризма Дмитрий Ковалевский. В последнее время он руководил департаментом госконтроля. Теперь госконтроль расформируют. Три его управления будут распределены между комплексами и другими департаментами. Статус члена правительства для Дмитрия Ковалевского будет сохранен. Работал на разных должностях. Сегодня он возглавляет департамент государственного контроля, до этого возглавлял департамент внутренней политики, то есть хорошо знаком с общественностью, в том числе и со спортивной общественностью. Я думаю, что у него дело пойдет.